Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Знаменитые строчки баллады «Светлана» звучат по-новому в спектакле ансамбля «Русь» на сцене Владимирской областной филармонии. Постановка приурочена к святочным дням и православному празднику Крещения Господня. На репетиции побывала и наш корреспондент Дарья Тептелева. Баллада «Светлана» была написана Василием Жуковским в 1812 году. Произведение поэт посвятил своей племяннице Александре Протасовой. Баллада стала одним из подарков на свадьбу племянницы с Александром Воейковым. Владимирский государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» покажет свою интерпретацию знаменитого произведения. В этой истории не одна, а сразу четыре девушки будут гадать на своего суженого. Одной хочется заморского принца, другой – любого жениха, третья мечтает выйти за своего Ивана. Четвертая, Светлана, как и в балладе, ждет своего возлюбленного, с которым она не виделась уже год. Мне, конечно же, близка эта героиня по духу, хотя сложно играть положительных персонажей очень. Потому что она не яркая, как бы нет ничего такого особенного, какого-то каких-то характерных у нее таких вот ярких проявлений. Она такая спокойная, молчаливая, ждет. Гадать девушки будут и на бревнах, и на воде, и, конечно, на зеркалах. И вдруг из потустороннего мира Светлане явится на сватовство Кощей Бессмертный. Точнее, приедет на роликах. Это еще одна задумка руководителей ансамбля. Это позволяет персонажу стать более волшебным. То есть летать, не просто ходить или бегать. Тут уже такое получается возможность именно летать, как Кощей, как бы дух летающий. Вот, мне кажется, это хорошая мысль была, когда-то возникла. Баллада в трактовке художественного руководителя ансамбля заиграла новыми гранями. В его интерпретации сказочность живет вместе с добрыми шутками и вечным противоборством добра и зла. Но любовь по-прежнему остается главной темой истории. Мы расширили до того, что в принципе это святочные гадания, которые, ну, каждая девушка, естественно, мечтает о суженом, и они все стараются по определенным признакам найти его. То башмак кидают, то гадают на воде. Спектакль «Раз в крещенский вечерок» пройдет 16 января во Владимирской областной филармонии в 16:00. В новой интерпретации знаменитая баллада не оставит равнодушными как детей, так и взрослых. Дарья Тептелева, Виталий Сергиев, «Губерния 33».